все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, днем минус 4, минус 7 градусов, ночью 8-11 ниже 0. Ветер усилится, юго-западный подует со скоростью 7-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и снег, днем минус 4, в темное время суток 11 градусов ниже 0, юго-западный ветер, скорость 7 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем минус 4, ночью 9 с минусом, юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня будет идти снег, в дневное время минус 6, ночью минус 8 градусов, ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.